Так, ты сюда иди, ты сюда иди. Вот я и думаю, что мы будем делать сейчас. Попробовать переплыть. Да, разделать. Так, ну-ка. Блинский, смотрите, как жалко. Без одного потрошка. Это самый плохой респ. Тут тяжело выходить. Либо переплывать, либо вот пытаться что-то найти. Мы знаем, что там теперь в деревне все забрали, да? Тогда делаем что? Как раз сейфовый план включаем. Сейчас я долутаю быстренько эти военные объекты, раз уж мы тут. Да бляха-муха, везде эти твари. Передо мной челик прошел ровно. Мы немного оделись, хотя бы немного. Скотч есть, что-то сможем подшить. Так, вот родненького. Опа. Сейчас мы отомстим за Тимоху. Смотрите, какой неплохой пассажир попался. Так, лучшее утепление. А, ну это тоже лучше. Так, давай рюкзак. Блин, вообще по-хорошему, слушайте, можем выходить. Вот с таким-то набором уже. Вообще не про среднее. Так, однозначно, сейчас я ее вычиню, эту куртеху. Так, тут у парня такие... все живем. Я жажду мести. Не знаю, как вы, дамы и господа, а я жажду мести. У меня теперь на два оружия есть патроны. И одно из них снайперское с прицелом. Я хочу этих гадов изничтожить теперь. Та девочка, сейчас мы сможем по одному патрону ее заряжать. Очень интересно. Так, а натовского патрона нету, да? Как назло. Ага. Тот же самый, смотрите, тот же самый. Так и не ушел отсюда. Ждем, когда на месте встанет. Бутылка лед? Нет, слушайте, бутылка нормальная, но мы не знаем. Сука. Ну это я конченый, тут как бы претензии некому предъявлять. А склад есть какой? Как раз его еблище торчало, убивай не хочу. Тут уже претензии предъявлять некому. В дом зашел, может там назад отбежал, да, в дом зашел. Тут и другие зайчишки должны быть, надо их наказать. Надо их наказать. Он, видите, залогинился прямо здесь. Так, один есть. Один. Сейчас посмотрим, что у него получше. А, глушитель, Ройкин. Блин, но там вода. А мы попить должны, капец. Блять, пока лутаемся, пристрелить могут, короче. Да, вон, все. Так, пожрать надыбали. Сейчас отщелкивать осталось только кибальчишей. Теперь здесь Тимоха папа, блин. Пускай знают. Давайте действительно сделаем глушитель. Это... Сейчас. Еще один клиент бежит. Будем работать по головам чисто. Нет, не киберспортсмен я. Не получается по этим головам у них работать, блядь. Так. Сейчас. Давай, выходи, блядь.
Так. Этот может выжить еще, кстати. Вот, понимаете, вот так нас всегда встречают, когда мы пытаемся здесь выйти. Так, мог очухаться этот засранец. Блять, еще один. Куда побежал? А ну стоять. Вот этого добить надо, перца. Нет, готовый. Hello, man. Hello, hello. Hello, man, говоришь? Знавали мы таких hello man'ов здесь. Гранату кидает. Уходим. Видали мы этих hello man'ов. Так, отлично, на него зомбаки сагрились. Так, куда-то в здание там ушел. Без патронов-то вы все хеллоумены, блин. Теперь Тимоха тот, кто устанавливает правила. Я и хочу этого парнишку подлутать побольше. Давайте внимательно. Ой, какой рюкзак, слушайте. Ой, какой рюкзачок-то у зайчишки. Просто я хочу отойти. Видите, тут другие сейчас могут папы подойти и нас отпапят самих. Короче, он обратно по-любому побежит. Тут ему вариантов нет, он вернется через деревню. Может быть, что-то еще покушать есть? Так, на пару выстрелов глушака схватит. И у нас остались кошачьи с вами. Сейчас он военку пролутает. Говорю, патроны, патроны нам нужны. Так, он выходит. На колонке, наверное, точно. Блин. Иди. Конечно, конечно, конечно. Зомби. Конечно же, всегда зомби. Так. Ты был прав. Он на колонке. Угу. Хорошее дело, кстати. Ну вот он ничего не нашел, как я и говорил. Потому что там все пустое. Ну что, теперь наша миссия, ну, почти выполнена. Пойдемте тогда водицы сейчас наберем. Ну, как бы суждено от папиным быть, да? Как бы от судьбы не уйдешь, поэтому давайте. Нам надо воду набрать, вылить. Надо как следует попить. На военку с кораблем не хочешь плавать? Так там лута нет, мысль. Как бы порожняком. Лучше народ на нормальных военках поискать, повоевать. Снайпа есть, правда, патронов не так много. Это зомби был? Не того ты лутал? Серьезно? Он с оружием. Тело с оружием. Блять, он меня положит сейчас. А вот и тот, который нас завалил вначале. Вот и отомстили. Так.
Вот и отомстили маленечко. Повезло. Наконец-то повезло за прошлые промахи, кстати, где 100% должны были попадать. Так, давайте теперь посмотрим, что там того, не того. Так, вот этот упакованный вообще должен быть пассажир так-то. Ну хотя как, он куда-то, видите, на время уходил, падла. Так, я... Блять. Где ты опять? Hello. On est friendly, mec. Да, это двое, сука. Hello. Они сейчас разлутают мне его. Hello. Так, один влево забрал. Non, il est de l'autre côté. Mais il vise. Non, en face de la maison. La maison peut. Сука. Так. Проблемка у нас, знаете какая? Сейчас. Патроны, успел я взять? Да. Давай, распаковывай. Их трое, да. Я отхожу. Сейчас пионер надо зарядить, чтобы я, если что, мог побыстрее стрелять. Так, отходим. Блять, не дали пролутать. А они-то, видите, все тут и скачут, все со своими эти френдли, блять. Тимохе срать на их френдли тут. Тимоха один против всех. Так, вот так дело по-другому. На пионер прицел не подойдет. Кстати. Охренеть. Подойдет. Вот, а вы не хотели оставаться здесь. Видите, какой кипиш зато. Сейчас надо вот этих попробовать покусать. Просто надо выброс пережидать. Французские булки свои тут, ну блин, хрустят. Блять, если они в лесу сейчас позицию заняли. А. Вы чё, реально? Продолжаете здесь ходить? Минус один. Так, спалила меня, тварь. Так, теперь отходим. Теперь отходим, потому что один пошел в обход. Вот здесь вот по лесу. Второй туда в здание сместился. И надо перезарядиться. И надо отходить на военку, пережидать выброс. Я вот за... Опа, еще встретились с кем-то. Нормально. Кто-то кого-то разменял. Давай, крошите, родные, друг друга. Тоже переждем выброс и попробуем еще. Уйдут они, нет. А вот пробежал, там нельзя спрятаться. Можно. А, кстати, да, реально, мы там и спрячемся. Да, Владимир, действительно, что нам? И сможем как раз контролировать эту деревушку. У нас еще два типа в деревне из той пачки. Плюс кто-то кого-то разменял. Короче, кипарья хватает тут. Дай боже. А воды не дали мне, да, набрать, гады? Бронежилет тоже повредили, вот это плохо, чинить нечего. Так.
И в доме они сидят, еще минус один. Это из их пачки с ним, к ним стопудово прибежал. Сейчас они ему лут будут отдавать. Давай. Вроде ранили, да, этого умника. Так, надо менять позицию, мы здесь примелькались. Не, глушак мертвый, я специально его не трогаю. Вроде попали. Не знаю, не рассмотрел толком. Может, кто-то смог получше меня разглядеть. Там как раз недобитки из этих, из прошлых есть. Так. Ну чё, помельтешишь еще? Ага. Мельтешит. Ну ты не выйдешь у нас, родной. Мы вас на выходе будем принимать. Вон, я их подружку здесь забрал. Так, вон еще бегает, да, лутатель? Ага. Сейчас к нему, наверное, будет подходить. Так, внимательно, внимательно. Там еще кто-то пробежал. Вон он бегает, лутается. Второй в доме сидит. Так, нет палева. Да беги, что-то, блядь, стамины нет. Дым бросили, выходить хотите, что ли? Ага. Выходить хотите, родненький. Ну давайте, давайте. У них целая спецоперация. Это тиммейты там? Ну выходите, что, принимать будем. Так, это не с ними, типок. Это какой-то левый ходит там. Так, пока внимательно, я весь сосредоточен. Дымами решили. Этот как будто по отдельности лутается, типа, как мне. Все дымами закидали. Ну чё, в какую сторону побежишь? Может, убитый пришел, да. Да это может и не левый, с их пачки просто подлутывается, все равно голый, чё терять-то как бы. А, под дымом они вышли, мы скорее всего не успели зафиксировать, куда они покинули территорию сейчас. Вот именно близко к ним опасно приближаться, потому что они все с оружием. Ты чё, родненький, решил водички попить, что ли, у нас, а? Родной. Он чё там, реально хочет воды попить, что ли? Ага, двое вышли. Вижу. Так, один ранил, сука. Одного убил. Так, одного еще убил. Еще один. Ходит справа.
Давай, пожалуйста. Если этого заберем, он последний будет. Справа тело видел 100%. Надо бинтоваться, кровь вытечет. Еще один вижу бегает. Ну, ну тут уже и кепки простые, судя по всему. Так, все, бинтуемся. Блядь! Еще один. Хуя покрошили, блядь. Перебинтоваться-то можно теперь, нет? Так. Так. И там еще бегают. Как их лутать, хер его знает. Так, бинтуемся, перезаряжаемся быстро. Так. У нас уже патроны начинают подходить к концу. Насыщенный сегодня Тимоха. Да, сейчас будем смотреть, как-то выживать тут в этом аду. Блять, это, конечно, жестко вообще. Так, я слушаю, подожди, мне надо слушать. Патроны, патроны меня интересуют. Нет, надо издалека. Кепки, так они сейчас подберут это оружие и снова будут мочить. Падлы. Как бы в деревне еще... Они же респ ловят и снова сюда бегут. То есть снова подбегают. В чем плохо... Плохий файт это на берегу? Вот этим, то что они... Блять, двое на... Двое обошли. Все, слушайте. Этих типов уже не вывести нам будет. Так, отступаем. Че, блять, по-русски научился базарить, блядь? Черт этот, французской булки, блин. Есть хруст, а есть черт. Блять, все со всех сторон, козлы. Уходим из-под боя, Сергей Б, привет. Блять, вон этот пес бежит. Сука, рашить будет петух. Все. Попал все-таки. Это был хороший бой. Тимофей не посрамил честь. Царство небесное, Тимофей. Помянем Тимоху.